Центр патрульной службы, сержант Савин, операция не трезво. Можно водить удостоверение на эту машину, пожалуйста. Есть признаки опьянения. Медицинское свидетельство в больнице пройти. Громко что-то. Отказывается? Слышали, да? Еще раз скажите, пожалуйста. Отказывается, слышали. Здравствуйте, ДБ Садам, по операции интерес водитель, будьте так, как будет машина. Да, сегодня и завтра. Доброй ночи, инспектор Мерлин, операция «Где заводить?» Это вас будет работать. Виктор Мерлин, оператор «Декрезоводитель». Документы ваши будете добры. Виктор Мерлин, документы ваши будете добры. Операция «Декрезоводитель». Что операция? «Декрезоводитель». Мне кажется, операция «Производитель» показалась. Здравствуйте, инспектор Мерненко, документы ваши, будьте добры. Дверку закрыли. Дышал? Все нормально, подождите. Дверку закрыли, говорю. То наряды сейчас сюда приедут. Так, это свидетельство, отказываешься? Или будем продолжать? Я думаю, это лишнее. А вообще, выпивали? Немного выпил. Писать не буду сразу. Бесполезно, потому что. На каком основании вы тормозили? Одна машина. У вас пост ГАИ? Мобильный пост ГАИ? Мобильный? Нет. У вас не мобильный пост ГАИ. Мобильный пост ГАИ, две машины ДПС. Как же бесит такие люди. Что человек имеет право проехать на медэкспертизу. Ну, надо, видишь. Очень, нет. Ты его надо объяснить. Нельзя было. Второй человек. Прав пишет. Водитель. Вы не правы. Так. Анатолий Павлович, да. Это свидетельство не вы? Отказываюсь. В больницу поедете на свидетельство? Нет. Все слышал? Да. А вы как, отказались? Вот слово отказываюсь. Адрес мне скажу. Антоху Сербский район. Поселок Услуга, квартал Ленрыба, дом 16. Все правильно. Здравствуйте, потрогайте температуру, мы с вами. Спасибо. Если надо, я могу скорую вызвать. Давайте. Скорую надо вызвать? Ребенка? Да. Сейчас вызову. Сейчас, скорую. Скорую вызвать сюда? Нет.
я могу вызвать скорую службу? Лучше сбиваем Годжар, вот купили. Нет, если вы говорите, что ребенок у вас болеет, я могу? Заболел, вот сегодня мы приехали, ну, а почему вы за руль садитесь в состоянии алкогольного опьянения? Да потому что у него огромная температура, а когда мы вызываем очередной наряд, как сказать... Блять, она туда не скорые, лето, она не доезжает, она не доезжает, вот позвоните, она не доезжает. Откуда? Вот и Солка. Солка 3. Она не едет. Туда ездит Солка 2. Обалдеть. Я снимаю работу полицейского. Да? Разобьюсь. Ну, попробуйте. Вы издеваетесь. Это прикол. Я говорю, если ребенку плохо, я могу вызвать скорую. Вы можете вызвать машину? Ну, сколько я могу еще там посидеть? Я вас предупреждаю, вы сейчас оказываете неповиновение сотрудникам полиции. Присядьте, я уже три раза присела. Да это пидор снимается еще, блядь. Присядьте, пожалуйста. Давайте не будем. Вы издеваетесь? У меня ребенок... Присядьте, пожалуйста, в машину. Я слышу, ребенок горит, вы что, обалдели, что ли? Присядьте, вы что, обалдели, ребенок горит? Юль, так, стой. Сейчас будет уголовная статья. Все, давайте. Оскорбление, нападение сотрудника полиции. Вы хотите уголовное наказание? Я никого не оскорблял, ни на кого не нападал. Вы только что ударили сотрудника полиции. Присядьте, пожалуйста. После того, как он сам меня ударил. Давайте ругаться не будем. Присядьте, пожалуйста. Все, все. Реально документов нет, честно сказать. На машину тоже документов? Уже нету. А вообще, кому машину? Моя. Ну, а ваши документы есть? Нет. Да я вообще хотел бы спросить, а вот, ну, что вам позволило сесть в нетрезвом виде вообще за руль? У меня у ребенка 40 температура. Мы вот только сбили, вот лекарства купили. Только вот искали аптеку 24 часа. Ну я понял, а вызвать скорую? Или... Она туда не едет. Куда? На Солку, она не едет. Она только до станции, а до дома она не едет. То есть, а вы вызывали? Вызывали. Сегодня? Она не едет. Не-не, а сегодня вызывали? Вызывали, она не едет. Говорит, мы не можем, вы только подойдите на станцию, ну где автобус уходит. А по линиям они не ездят. И вы решили поехать в город сами? Да вам по ФСБ позвонить. Серьезно? Звоните куда хотите. Для чего вы мне говорите, что вы хотите позвонить в ФСБ? Причем тут это? Я работаю. Я хочу Ну, а вы сами начали про ФСБ. Я работаю с полицией. Я работаю с полицией. Тут возникла такая ситуация, что прямо я родители с детьми. Вторая еще. Еще претензии к рабочей полиции есть какие-то? Нет? Нет. Так холодно. Полиции нет, в погоде есть. Нет, согласились, вопросов нет. Вы обязаны проходить по требованию. Решение суда в уголовном праве. Идешь, не остановился, да. И поехали чуть патрульку под красной, которая по зеленому ехала, ГАИ. Да, да. Это она притормозила. Если бы она не притормозила. Ну ладно, считай, что воюем. Тумбочка, видите, закрыта с двух сторон, да? Сейчас приедет, Павел. Ноль 418 миллиграмм на литр. Если вы согласны с результатом свидетельства, вы пишете на спорщину почту согласны. Если не согласны, пишите не согласен. Дальше перейдите из
Добрый вечер, ДПС Адамов, оператор 3, водитель. Будьте добры, документ на машину, водительское удостоверение. Здравствуйте, сам мистер Алзакисты. Отстраняется присутствие вас. Как вас? Процедура свидетельства, распространяйтесь от управления. Витя, заходи. Сильнее дуйте. У меня завтра работа, комитета. 1,023 миллиграмм на литр. Установлено состояние алкогольного опьянения. Гражданская фамилия. Какое-то мероприятие не приезжает. Водитель, будьте добры, документы на машину, водитель. Ладно, я сейчас. Нет, какие-то. Пиво пока нет, не открывал еще. Все впереди. Все, организм обязательно наживут. Счастливого пути, удачи на дорогах. Да, вам тоже спасибо.